Уголовно-исполнительная система в России за прошедший год существенно изменилась. Одно из основных направлений реформы – расширение видов наказаний, альтернативных лишению свободы. В 2023 году в Ульяновской области было открыто 3 исправительных центра. Также у нас в стадии ликвидации, уже практически ликвидирован, находится колония поселения номер 1, на базе которой также будет создан УФИЦ. Буквально вчера мы получили уже приказ, данный УФИЦ будет функционировать при колонии поселения номер 8 на 496 мест. Активно развивается и промышленность. На производствах активно работают осужденные. Предполагаемая прибыль за 2023 год более 100 миллионов рублей. Реализуют продукцию через ульяновские магазины и столы заказов. Продолжаем развивать мебельное производство, продолжаем развивать сельское хозяйство. Занимаемся выращиванием свинопоголовья, птицы. Вот. На сегодняшний день у нас функционируют участки по изготовлению проф. Листа. Кроме того, продолжается оптимизация системы охраны подведомственных объектов для качественного обеспечения изоляции осужденных и подследственных от законопослушных граждан. Для этого увеличено количество камер видеоконтроля, а на постах провели ремонт и заменили оборудование. Также на пресс-конференции Сергей Балдин поблагодарил журналистов, в том числе телеканал «Улправда ТВ», за объективное освещение деятельности УФСИН России по Ульяновской области. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, «Улправда ТВ».